То, что с него наверное, научишься и переворачивать обычную машину, это еще круче будет. Маленькую. На крышу только. Давайте, скачем. Иногда вопрос. Тесту въебать ментам поебалу. Что будет? Итак, сегодня российская блогосфера оживленно обсуждает новую выходку арт-группы «Война». Активисты переворачивали в Петербурге машины милиции, чтобы достать из-под них закатившийся детский мячик. И снимали все на видео. Баба. Баба? Папа. Папы нет. Няня? Няня тоже. Папа. Папа в тюрьме. Да? Да. Люблю тебя! Алия, мы тебя любим! Мы любим тебя! Алия, мы тебя спасем! Заканчивая свое короткое выступление, тем, что я не сомневаюсь, что про такого рода искусство в современной России, не сомневаюсь, будут написаны книги. Это будет славная страница современной, новейшей политической истории России. Не сомневаюсь.